В среднеуральском городе Среднеуральске, на самом-самом выезде из города, метрах в 100 от городской стелы и светящейся вывески «Среднеуральск», мегаопытный и мегадисциплинированный автопилот сбил насмерть темную личность, коей оказался пешеход, шагавший в попутном направлении по кромешной тьме. Декорация такая. На дворе было 8:30 вечера, то есть уже сильно темно, и в это время из Среднеуральска в сторону Верхней Пышмы выезжал японский кроссовер Mitsubishi ASX 2012 года выпуска, известный за океаном как Outlander Sport. За рулем бездорожника сидел 41-летний пилот со стажем вождения 22 года и, прикиньте, нулем в графе нарушения ПДД. То есть рулевой либо реально ни разу не косанул на дороге, либо просто везунчик и ни разу не попался гаишником. Специфика выезда из Среднеуральска такова, что до стелы в черте города трасса ярко подсвечена фонарями, а сразу за стелой проходит терминатор, то есть граница света и тьмы, и за городом дорога погружается в темноту. Так вот, японский паркетник «Три бриллианта» выехал с освещенной части трассы во тьму, где кругом только лес, и буквально через сотню метров неожиданно, а по картинке с регистратора видно, что реально очень неожиданно, напоролся на пешехода, который без светоотражающих элементов на одежде по краю дороги шел тоже в сторону Верхней Пышмы. Около 20 часов 30 минут на 5-м километре автодороги Верхняя Пышма — Среднеуральский сеть водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигаясь со стороны города Среднеуральск в направлении города Верхняя Пышма, допустил наезд на пешехода, двигающегося в попутном направлении, в результате чего пешеход погиб на месте. Удар Mitsubishi о пешехода был такой силы, что мягкий человек пробил головой дыру в правой половине лобовухи. Не просто распаутинил стекло, а вот прям перфорировал, ну и еще отломил правый кусок японского бампера. При этом с пешехода слетели черная шапка и черная кроссовка. И, как вы уже поняли, человек погиб на месте. Жертвой замеса стал 44-летний мужчина. И на что он рассчитывал, шагая по темной трассе в темной одежде, непонятно. Вина рулевого никак не просматривается. По его словам, он ехал 60 км в час и неожиданно почувствовал удар и понял, что снес человека, которого вообще не увидел в кромешной тьме. Картинка с его регистратора говорит о том же самом. И в этой связи в рамках профилактики гаишники в очередной раз напоминают наиболее уязвимым участникам дорожного процесса – пешеходам. Шагать только по обочине и навстречу транспорту. Ну и, конечно, неплохо бы иметь на одежде светоотражающие элементы. Вот парадоксальная же ситуация складывается в жизни. Днем абсолютное большинство людей в рамках тщеславия стремится к славе, известности, человеческому признанию, чтобы, значит, их заметили, лайками отметили, подписались, ну и далее по списку. Что ж мы ночью-то не хотим, чтобы нас заметили? Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.